Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это Far Cry 6. Продолжаем наши повстанческие приключения. И, кстати, сейчас хочу с вами поделиться лайфхаком. Здесь, в этой точке, если вдруг вы тоже начнете проходить сюжет с Модругады, вот с этой области, здесь есть вот такая убежище под названием Сонга. И в этом убежище есть вот такая вот диковинная летательная хрень, с помощью которой очень удобно находить всякие, ну, вот эти вот, гонку за посылками делать. То есть вы на него садитесь, едете, допустим, ну, до любой вот, вот, поместья Оушенвью. Бойцы ФНД спешат с брошенным с воздуха припасом. Просто туда долетаете. Да, в принципе, что я вам рассказываю, полетели. Сейчас только найду, как выключить. О, все. Оп. Вот. И, допустим, вот сюда. Эбуэльта, Фили. Я слышал, вы еще ризу ладите. Это хорошо. Его всегда тянуло к опасным людям. Слушай, у меня есть для тебя важная работа. Достань мне военный самолет, ладно? Они есть на любой авиабазе. А, и бейсбольную пушку. Ну, как на стадионах. А больше тебе ничего не нужно, Фили? Может, еще захватить Сервесос? Меня уже опьянило вдохновение. Когда будешь лететь, берегись зениток. Они то тебя точно поджарят. Вот. Короче, смотрите. Пригнали этот транспорт, который нам нужен. Ну, вы поняли, да? То есть вот этот вот мега... Просто он компактный и довольно удобный в управлении. То есть его в любую точку можно практически посадить. Я просто не стал рисковать. Тут можно спрыгнуть, время много не потратим. Но суть такая. Мы просто берем, ищем точку. Припасы отправлены в форт. Поняла. Отряд уже в пути. Уверена, что мне эти припасы куда нужнее, чем военным. Вот. Садимся. Взлетаем. И летим. И смотрите, у нас будет времени оставаться очень-очень много. То есть, наверное, около 2 минут всегда у вас будет. Неопознанный пилот. Немедленно приземлитесь. Это первое и последнее предупреждение. Конья! Ау! А вот так, если низко лечу, меня типа не сбивают? Ага. А, у меня еще и пулемет есть. Реально, если очень низко летишь, тебя не могут сбить. Прикинь. То есть, видите, даже эта проблема решается с помощью этого транспорта. С университетом. Военных тут до жопы. Солдаты захватили его и взяли в плен сразу. Ой, меня пытались сбить. Прошу тебя, сделай все, что сможешь. Само собой. Грация, забираю! О! А может ты... ладно, неудачный лайфхак был. Да просто, я думал, с него вылезешь, и он упадет. Сука. Блять. Ладно. В следующий раз хер бы с ним. Потому что что-то... А можно будет переместиться или нельзя? Высадка недоступна в радиусе зенитного обстрела. Угу. Ну, во всяком случае, все равно без этого транспорта я не буду. Ладно, зенитки вырубим, будем заниматься этим потом. Так, что-то я еще хотел. Я хотел вот сюда сходить, кстати, новых припасов, ресурсов нафармить. И, в принципе, пойдем на сюжетку.
Раз уж у нас этот сундук не пошел, пофармим в другом месте, как говорится. Проблем нет. Так, смотрим. У врага медик. Тут очень много топлива. О, ти-ля-ли-ли-ля-лока. Там песня. Гран-при, гонка. Так, а как мне сундук забрать? Вот здесь вот где-то находится вкусненький сундук. Ага. 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 Здорово. Ли-ля-ли-ля-лока. Записка, запачканная маслом. Сегодня один грузовик, три собаки, как минимум пять повстанцев. Сложно сосчитать. Завтра попробую сбить вертолет. Хуя себе. Это его с этой хуйни, что ли, сбивал? Так вот. А, это гранатомет. Это гранатометик. Я думал, что это пулемет такой блатной какой-то, но что-то... Что-то, походу, нет. А можно еще кого-нибудь... жмыхнуть? А-ля-ля-ля-ля-ля-локал. Опять эти песни, а? Опять эти песни. А что, больше транспорта не будет? Я бы, конечно, хотел еще кого-нибудь пожмахать. Потому что это было бы прикольно. Такую пушку не каждый раз встретишь. Но почему-то враги не хотят ехать. Наверное, ждут, чтобы я спустился. Ну, как всегда. Ладно, бежим до нашего ящика. Не ящика, а засады или как? Опачки. Здорово. Здорово. Хуя. Что за хуета? Почему? 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 Почему я умираю? Что за бред? Ай, блядь. Так, а если я высажусь? Я не могу никуда добраться, чтобы что-то выполнить, хоть какой-то побочный квест хотя бы. Так, развернулись. Можно костюм крыло. Вот сюда летим. Летим, спускаемся. Еще раз парашютик. На парашютике спокойно. Выравниваемся. Так, спускаемся. Побыстрее можно. Летим, 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 летим. Опа, еще парашютик. Так, вот сюда, сюда, 100 метров. Все четенько. Супрема готов. Вот черт. Повстанцам надо помочь. Надо, надо. Не спать, Дани. Вижу, инжин. Вау! А кто? Все что ли? Это было три человека? Ладно, как скажете. Вроде не сложно. Они ко мне поедут, нет? Может пригодиться. Короче, жалко, что
Это Супрема не очень такой толковый. Самый первый все-таки был, мне кажется, лучше. Что, бля? Братан, не надо. Братан, не надо. А-ля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 -
Как новенький. Эй, ловите! Обоу! Красиво. Грузовик! Бу-бум. Чё, пожахаем, что ли? Сделаем сейчас бум-бум. У меня здесь и подкрепление есть. Хаос хочется. Хочется хаоса, да? Иранцы сэкономят на бензине, цены на бензин падают. Благодаря тяжкому труду эль-президента Кастиле, компания Газолина дель Парасо или Праиса и частных предпринимателей, истинные иранцы теперь могут приобрести бензин, дизельное топливо и нефть по рекордно низким ценам. Правительственный экономист Ф.Х. Энала приписывает это явление превосходному контролю эль-президента над инфраструктурой Яры, а также внешнеполитическим мерам, которые он принял. Благодаря им компании вроде GDP могут закупать сырье по низким ценам за рубежом. Автомобилисты, самое время заправиться. Вау, вау. Так, подожди, там еще. Бу-бум. Бу-бум. Хаос. Еще хаос можно. Еще будет? А эта штука вообще взрывается или нет? О, вертик. До свидания. Бу-бум. Там чувака чуть-чуть придавило, но... Ну ладно. То есть здесь развлекаться вот прям безнаказанно все-таки не дадут. Ой, бля, ну пулеметик прям суперски работает. Прям огонь. Столько дэмэджа вшивает. На танк только надо попробовать. Танк не хватает. Так, мы еще не все припасы собрали. Так. Еще что-то здесь лежит. Вкусно, полезно. Собрали. Розыск падает, кстати. Булгаков, транспорт наступательный, что-то там. Спецназ косили, потерял ваш след. Ох, ебаные. Опасно. Adios, бананс. Уходим. Ну вы нахуй. Все, отдыхаем. Не, ну прикольно же. Прикольно просто повзрывать, поразвлекаться уж. Уж какие-то тут напряги. Все-таки игра, она рассчитана на... определенный фан. По крайней мере, Far Cry 6, он действительно такой. Так, нефтяная платформа. А что нам надо? Где задание сюжетное? Эсперанса. Амиго журнал. Мадругада. Фили Барсага. Так, найдите бейсбольную пушку. $1,400.
Все спокойно. Хорошо. Так, и это у нас около Вердеры. Угу. Так боя нет уже. Почему бой-то опять у меня идет? Теперь можно? Да, блядь. До сих пор нельзя. То есть пока нижняя шкала не упадет, что ли? Вторая вот слева внизу, видишь, еще одна шкала есть. Никаких нету опознавательных вот этих вот всплывающих надписей, чтобы было понятно, что за тобой уже нету ни охоты и битвы ты в драке не состоишь. Что можно телепортироваться. Что-то они как-то упустили этот момент. Непонятно. Бейсбольная пушка. Ну нафига ему бейсбольная пушка? Неужели он там думает какую-то... новую минометную станцию поставить просто, типа, чё? Третий страйк! Тебе конец! Надо смотреть в оба. Следующим отбивает изгой 3401. Сильнейший игрок прямиком из фарм-системы. Сможет ли этот изгой спасти положение? Бинго! Узнай, что это было, и возвращайся. Ой. Кохонес, так нельзя поступать. Ни с изгоями, ни с бейсболом. Солдадос. Солдадос, вот тебе и солдадос. Познакомьтесь с загадочным создателем мурала. Таинственный художник Элисио Саяс редко дает интервью. Да, мы это читали. Мы читали про этого художника. Так, ключ-карта. Ключ-карта от кладовой. А где эта кладовая? А тебя можешь освободить? Muchas gracias. Я думал, прямо тут и умру, как многие другие. Ты просто стоишь, хорошо. Где подвал-то? Нет. На бейсбольном поле. Ну это бейсбольное поле, окей. Здесь нет никакой машины. Секретно, не читать. Если ты не Хуанита, то иди к херам. Читать не умеешь, и это не тебе предназначено. Хуанита, все сделано, как ты просила. Ключ в комментаторском ложе. Не потеряй его опять. Там что, любовничек нас ждет, что ли? А, ясно. Лучше не вникать в магию, Филли. Да, лучше не вникать. И как ты эту штуку тащишь на себе, я тоже не понимаю. Конечно, интересно. Интересно, интересно. Так, и чё, куда? Полет меча. Военный самолет и бейсбольную пушку. Военный самолет. А военный самолет можно и там достать, что ли? Как это работает? Почему у меня две точки обозначены?
Ну, допустим, я сейчас здесь возьму транспорт, опять этот летающий, и туда доберусь. Ну... Иди-ка сюда. Мы с тобой общались, нет? Есть что рассказать. У нас есть контакт у Веледа Вердера. По его словам, конвой проходит там каждый день в одно и то же время. Так и напрашивается на засаду. Благодарю. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та. Но он быстро летает. Смотри, как расстояние уменьшается. То есть, в принципе, до... Ну, наверху, когда летишь, расстояние кажется, ну, скорость меньше. А вот так, если по цифрам смотреть, что не, с нереальной скоростью быстрее, чем тачка, намного быстрее. Вот так он должен был сделать с самого начала. Ну, выгляни, что ли. Блатные здесь воины. Цель была где-то там. До свидания. Иранская песо. Протокол хранения и транспортировки. Не забывайте, что вещество чрезвычайно опасно. Во время его перемещения и транспортировки нужно соблюдать крайнюю осторожность. Малые контейнеры можно перевозить в палетах, но для транспортировки цистерн используйте грузовики. Подавайте заявки на транспорт ФНД. Храните вещество в прохладном сухом месте. Под солнечным светом контейнеры могут разорваться под давлением изнутри. Это они про что у нас? Про Вивира или про что-то еще? Или про нефть? Босс-видос. Так, что нам? Ну вот эта развалюха нужна? А, у нее здесь даже пулемет есть. Подходящий самолет. Поставлю его в ангар Филли. Так, F4 у нас что тут? Куда? Вот сюда. Ага. Вид из бомболюка. Хуя. Мощно. Реактивные снаряды. А, вот так можно даже. Оу. Классно. Так, что там еще есть? Реактивные снаряды. А, просто ракета и пулемет. Ну, вообще нормальный наборчик. И бомбы, и ракеты, и пулемет. Это, похоже, самый лучший сейчас самолет, который у нас есть в доступе. Кайф. Вопрос. Хуя танк. Вопрос, как сажать самолет. Обычно я из него выпрыгивал. А, вот вроде полоса есть. Так, тангаж, бочка. Нормас. Хорош. М-м-м.
красиво. Прям филигранно. А, чудесно, героиня. Пришло время магии Фили. До встречи в лагере. Операция завершена, полет меча. Какая тонкая здесь метафора, да? Полет меча. Разведданные ФНД, прихваченные припасы. Мы получили данные о том, что местные повстанцы внимательно наблюдают за тем, как мы доставляем припасы. Окей. Доклад разведки, перехват припасов. Кое-кто из солдат проболтался, что они ожидают сброс припасов поблизости. Тебе придется поторопиться, чтобы успеть вовремя, повстанец, но даю слово, оно того стоит. Нападай, грабь, делись. Только не забудь поблагодарить убийственную королеву и ее верных рыцаря и епископа. Дани, ты нужна в лагере. Что случилось? Нужно решить, что делать дальше. Ясно. Скоро увидимся. Дани, я раздобыла разведданные о Хосе. Думаю, он сдает позиции. Значит, всякой дичи скоро станет больше? Офигенно. Не ослабляй натиск. Я возвращаюсь на ферму Монтеро. Посмотрим, что смогу сделать. На фермах всегда есть что поделать, Дани. Нифига, ты же городская, как и я, Клара. Допустим. Так, ферма Монтеро. Кстати, сейчас, наверное, докачаем охотничий домик. А у нас вроде там ресурсы появились. Чего? О, я, Дани. Недостаточный объем видеопамяти, мне сейчас написал. У меня... Да что ты врешь? Что ты мне врешь, игра? Ты же врешь? У меня 8 гигов, 7,82. Используется 4,66. Ты говоришь, недостаточный видеопамяти? Что с тобой не так, игра? Так. Погоди. Так, поговорить с мастером-охотником. А где улучшение? Улучшение у нас вот здесь, да? О, это же... Да, вот осталось. Эль Депреадор. Снайперская винтовка. Руководство по анатомии животных. Рад тебя видеть, Дани. Так, ну чё, всё? Больше я не могу же строить сеть убежищ? Да, получается, только два здания могу. Ну, сеть убежищ довольно полезная вещь. То, что телепорты открываются, быстрое перемещение, все дела. Рома не найдется. Какой тебе Рома нужен? Что делаем дальше, Эспада? Есть предложение? Вы не слушаете! Не слушайте! Закройся! Нападем на плантацию Хосе. Все, хватит с меня, Сингао. Ты ничего не сделаешь? Он это заслужил, Дани. Вот Хустисия Монтеро. Нет! Твой брат предал нас. Си. И всю жизнь будет за это расплачиваться. А ты готов сам признать свои ошибки? А ты, Камила? Я выбрала Кастильо. Потому что с Вивиром мы бы точно разбогатели. Я не верила в вас. Что за предел? Совсем. Винила вас в том, что вы не бойцы. Но папа был прав. Вера должна быть взаимной. Если вы хотите схватить Хосе, надо атаковать его табачные плантации. Мы уже попытались. Нет, все плантации сразу. Выманить солдат, охрану. Умно. К счастью, Фили все предусмотрел. Мы с этим разберемся. Круть. Давайте разделимся. Ударим по КПП, блокпостам и прочему. Раз и все. Потом махнем на авиабазу. Ну хрен ли вы тормозить? Далее. Упоротый ковбой. Финале, Роберто. Астафиналь. Астафиналь? Что это значит? Осталось немного или конец близко? Не упади в обморок, сейчас ты увидишь мой шедевр. Напалмушек. Железная птица, адский огонь и надежда Запада. Ты летал на нем? Напалмушек? Нет, ты что? Я высоты боюсь. Буду ветром под твоим брюхом. Отжарь Хосе, а я за тебя поболею. О, героиня!
Подруби моему зон. Магия Фили, детка. Эй, малыш. Моя цель – поля, накрытые желтым брезентом. Сожги их плантации отравленного табака. Надеюсь, музыки не будет. Посмотрим, что там у тебя, Филли. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А как выключить? Филли, мать твою! А как выключить? Я не могу это выключить. А-ля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 -
Значит, готово! Тора, я здесь. Напалмышек. Полет нормальный. Тирану, готово! Артега! Короче, права на этом видосе будет, ребята. Я ничего с этим не могу поделать, музыка не отрубается. Я прям пытаюсь, но нихуя. Эсо, эсо! Мы с напалмышком одно целое! А можно музыку убрать, пожалуйста? Почувствуй ритм, героиня! Почувствуй его! Или, блин. Да что за хуйня? Охереть, ты правда работает. Фили, ты долбанный гений! Балла-балла-балла, так, а как ракеты пускать? Ракеты пускать у нас на Х. На Х. Опа, тангажик. Бу. Бу. Как тебе такое, Эль Пекеньо? Но это еще не все. Так, окей, летим дальше. Блять, я вот не понимаю, почему, конечно, они вставляют музыку с правами специально. Зачем? Дайте возможность выключить. Она же нихуя не выключается. Там можно? Наконец. Почти закончила. Да все. Все на. Вот так-то. Конец Ревиро. Ты следующий, Хосе. Встретись лицом к лицу с Хосе Кастильо. А что, он жопу свою залечил, что ли? Никого не видно. Пошли, пошли! Мы к югу от базы. Все готовы. Не, ну, конечно, под музыку прикольнее, я ничего не говорю. Но если, блядь, видос заблокирует, это будет пиздец. Вижу слева командира. Берегитесь. Оставайтесь на позиции. Ни шагу без моей команды. Что там еще по управлению? Заходим с севера. Застанем их врасплох. Уже компай! Вперед! Эй, нам нужна помощь! Мы под обстрелом! Вперед, вперед! Браво! Не дайте им прижать вас! Валите этих уродов! Не жалейте патрона! Черт, они повсюду! Нас отрезали! Повторяю, нас отрезали! Без паники, действуем по плану! Блять, эти повстанцы ничего без меня не могут. Ничего. Нас сейчас всех перебьет нахрен. Где подкрепление? Держитесь, подмога уже в пути. Эспада, ты в норме? Си,
Тащи сюда свой зад, живей. Скоро буду. Я почти на месте. Где наш генеральчик? Один из повстанцев видел его на диспетчерской вышке. Ясно. Отправляюсь туда. Пора вылетать. Какой ты орёшь-то, блядь? Он прям туда. Нет, слишком низко! Сука. Хотел же красиво, а? Хотел красиво туда запрыгнуть. Получилось, как всегда. Адьос. Пупук. В смысле, а где записка? Где-то записка была? Не пойму. Что-то, короче, это. Только сейчас я с первым боссом встречусь. Это довольно объемное прохождение будет. Тихо, ребята, ну тихо. Записка с жалобой. У сержанта Марина от сидения в бункере едет крыша. Под боком контрабанда, редкие артефакты и оружие. А он только и делает, что печатает что-то за столом. Веласкес думает, что сержант пишет мемуары о своей службе в ВВС. Мне вот кажется, что он просто дожидается выхода в запас. Только никому не говори. И принеси еще конфискованного у повстанцев Рома на следующую игру. Меня от него прям вырубило. Рядовой Эррера. Я себе, блядь. Рядовые охуели. Внимание, модернизация армии. Мы находимся в процессе модернизации войск в соответствии с указаниями генерала Кастиле, которые он дал во время своей последней речи. Финансирование было одобрено Эль-Президента, и результаты не заставят себя ждать. Многие уже даже видели их. Генерал Кастиле трудится днем и ночью, чтобы модернизировать нашу армию и превратить Яру в сверхдержаву. Он уже добился очень многого. Куда он, туда и мы. Сержант Г. Диас. Ясно. И все воодушевленные стоят, тупят, чилят, втыкают что-то. Ой, даже касценка будет. Будет касценка. Блять, почему у тебя такой говно-пистолет? Его здесь нет. Тонио, ты уверена? Может, этот камемьер да где-нибудь прячется? Нет, он... Их надо путать. Бля, что у нас босс вертолет? Ну, петушок, у меня есть для тебя очень хорошая вещь. Вот это вот хуйня называется. Когда все закончится, я отвезу тебя в одно чудесное местечко. Торизо, иди сюда. Сейчас просадим. Операция завершена. Неужели мы прошли локацию? Да ну нафиг. Сегодня прошли локацию. Еще три и финал. Три или четыре? Три. Убьешь ее, дам миллион.
2 миллиона! Иранские сигареты. Я думала их не достать. Антон меня любит. Его солдаты трахнут и прикончат каждого из вас, поганых Монтеро! Не вижу здесь Антона. И друзей твоих тоже не вижу. Знаешь, папа вручил мне этот клинок, когда мне было 7. Научил метать его, убивать им. Мы с отцом похожи. Ты смогла похоронить то, что от него осталось? В этом клинке не чувствуется мощь яры, правда? Ты забрал мой дом! Моего отца! Пора что-то отдать! Да он быстро умрет за взрыва! Надо помучить еще его. Нос бемос, Наполеон Эль Пикеньо. Вообще, такой гранаты должно было половину тела разнести, не только голову. Да, ощущения не те. Ну что же, у нас здесь праздники. Праздники, праздники. Опа, нихуя в трусах, ебать. Алих ушел. Странные, ребятки, странные. Ну, это его выбор. А папа? У него был выбор. Он даже не видел наших побед. Будь он здесь, никаких побед бы не было. Как же? Королеве Либертат лучше знать. Я знаю, что он не передал бы тебе ни ферму, ни лагерь. Но ты же справилась. Эспада, ты нужна лагерю. Ты очень нужна, Либертат. Помоги нам, наконец, покончить с Кастилью. Она права, господа. Сейчас у Запада нет будущего. А у Либертат нет будущего без Запада. Монтеро не жмут рук. Мы пьем. Но за Монтеро. За будущее. Блять, насколько все пафосно, я в ахуе. Монтеро не жмут руки. Будет сражаться вместе с Либертат. Ура! Церковь Сан-Пабло Эсперанса. Давайте посмотрим на наших главных злодеев. Ой. Если есть что сказать, скажи. Зачем мы здесь? Хаса тебе не нравился. И? Он вел себя мерзко. И? И был слаб. Мипапа говорил, Бог дарует победу лишь львам. Религиозно. Мипапа любил Иисуса. Он говорил, Иисус мог бы стать отличным президентом Яры. Милый Антон, никогда не забывай, что Иисус был львом и агнцем. Правь строго, но сочувствуй страданиям других. Ты веришь в это? Когда его убили, нам с твоей бабушкой пришлось выживать одним. Ее ужасно раздражало, что отец так любит эту фразу. Ужасно. Да? Да, ведь он ошибался. Быть и львом, и агнцем – чушь. Она говорила, Антон, есть львы. И есть овцы. Правь или повинуйся. Кастильо — это лев, а Яра полна овец. Я мало о ней знаю. Она всегда была такой сильной и умной, но в те годы женщине с ее цветом кожи не дали бы править. Нахуя вы целую церковь сжигаете? Ми-папа был агнцем. Как и Хосе. Зачем мы здесь? Просто ты лев, а овцы — наша добыча.
Для чего? В чем логика? Я не понимаю, зачем сжигать целую церковь? Церковь что? Повстанцы это или что? Просто, блядь, берут и переводят здание нахуй. Военно пришло подкрепление. По всей Яре появилось более сильный банд Сефенде. Заебись. Запад страны свободен благодаря тебе. Но нам нужно развить этот успех, иначе революция обречена. Максимус Матанцес и легенды нуждаются в твоей помощи. Я знаю. Спасибо, Клара. Вот каюшки, давайте посмотрим, что по шмоткам у нас есть. Я бы, конечно, не знаю, мне этот не очень понравился рюкзак. Медика, ну, так. Все-таки мне вот этот больше нравится. Он как понадежнее, что ли, я не знаю. Так, что это у нас? Перчатки химзащиты. Перчатки ударная волна. Смягчение взрывной волны. Значительно снижает урон от взрывов, созданный вашим оружием или взрывчаткой. Есть вероятность того, что вы получите песо после перезаряжания. Позволяет добыть больше мяса крокодила. Слегка увеличивает урон, наносимый отмеченным врагам. Повышает сопротивление с этим урона во время бега. Угу. Интересно. Ну, по крайней мере, маску точно поменяем, блядь. Шлем мятежника. Здесь была какая-то маска, вот шлем незащищенная цель, М2. Значительно снижает урон, получаемый от боеприпасов для незащищенных целей. Кстати, вот этот более-менее прикольный. Позволяет лучше видеть союзников, солдат и животных ночью. Отмечать. Позволяет быстрее восстанавливаться после ослепления. Так. Вот. Это уже какая-то, знаешь, более спецназовская, что ли, форма такая. Ну, прям форма, а не просто какой-то набор шмоток. Вот, ботинки и незащищенная цель. То есть у нас все есть, получается, кроме штанов. Потому что незащищенной цель здесь нету. Но я еще не нашел. Вот они есть, но мне, у меня не открыты. Ищите в ходах повстанцев и тайниках или купите в лагере или у торговцев Хуана. Подожди, а где торговец Хуана? Торговец Хуан, это где? Не понял. Верстаки есть. А где мне найти торговца Хуана? Шины бои. Так, так, так. Себе. О, это может она? Любишь похороны зоофилов и химическое оружие? Штаны загон. А, они я понял, они появляются здесь по времени, надо мониторить. Восточный фронт, РПД. Ну, бля. Ну, такое себе, конечно. Проводите операции бандиты, составляя лидеров и новобранцев на задание. А, отправляю. Лидеры будут присоединяться к вам по завершении операции иранских историй. Число новобранцев будет увеличиваться после освобождения пленных, порчи пропагандистских плакатов, уничтожения билбордов. Новобранцы, так, окей. Оружие Бенита. Убегает Ягуара. Бенита потерял экспериментальное оружие ФНД. Скорее всего, оно в пещере к северу от нашей позиции. Назначить отряд. Бенита. Все, больше никого нет. Допустим, я отправил. И что будет?
Без понятия, ребята. Без понятия. Так, короче, пока что киберсета пару элементов оставлю, штаны и перчатки, а все остальное мы сменили с вами. У Каюшки. С этим мы, в принципе, разобрались. Я не думаю, что мы будем сейчас сильно тут дочищать эту карту. Это все-таки, я думаю, оставим на что-то другое. Ну, либо на стримы, либо вообще это не будем проходить. А будем двигаться к сюжету. Знакомство с Максимус Матанза, с Клара Гарсия. Отслеживаю. Ну, наверное, сюда. Я только не знаю, как до них добраться побыстрее. Ну, наверное, все-таки через летательный транспорт. Но это уже в следующей серии. Все, давайте сохранимся, на этом закончим. Как раз. Самый-самый ништяк. Рад тебя видеть, Дани. Давайте на красивое место выйдем и закончим. Ну что ж, там, по-моему, 15 серий, что ли? 15 серий, то есть около 50 серий вся игра выйдет сюжет. Ну, в принципе, нормально, адекватно, я думаю, вполне. Посмотрим. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком, а канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.